Привет! Вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube. Сегодня буду собирать попугайчика из оригами модулей. Нам для этого понадобятся модули разных цветов. Красный, голубой, желтый, зеленый и черный. Модуль будет у нас размером 32 часть от листика А4. Красных модулей нам нужно будет 369 штук, это 12 листов. Голубых модулей нам нужно будет 276 штучек, это 9 листов формата А4. Желтеньких модулей нам нужно будет 81 штучка, это 3 листика. Зеленых модулей нужно будет 27 штук, это 1 лист. Чуть меньше одного листа. И чуть позже я скажу о черных модулях. Там их всего нужно будет 2 штучки размером 32 часть. А 64 часть нужна будет тоже нам, модуль 64 часть нужен будет. Черных 26 штучек нужно будет. Ну, это попозже. Значит, начнем с того, что сделаем первых два ряда. В каждом ряду 11 модулей, 6 красных и 5 голубых. Их будем скреплять клеем. 6 красных и 5 голубых модулей в одном ряду. Пока сейчас сделаем 2. Берем модуль тупым вот этим носиком на себя. Второй модуль скрепляем тоже красненьким модулем. Сначала намажем клеем немножко и скрепляем. Клей обычный, ПВА у меня густой. Вы можете взять клей любой, какой вам удобно, с которым удобно работать. Так, вот у нас в первом ряду 6 модулей. Дальше берем голубенький цвет, 5 красных, 5 голубых. И скрепляем тоже голубым цветом. Смыкаем все это в колечко и закрепляем нашим последним красненьким модулем. Итак, сверху делаем еще 3 ряда, 6 красных и 5 голубеньких модулей. Поделку стараемся выгнуть немножко внутрь, таким вот образом. Клей нам в этом помогает очень хорошо. Итак, шестой ряд у нас прибавляется в шестом ряду по одному модулю. По одному красному и по одному голубенькому. То есть мы просто вкладываем между модулями на стыке, между голубым и красным. Сюда мы вкладываем красненький модуль. Просто так, никуда ничего не одеваем, ни на какие носики, на краешке других модулей, а просто вкладываем модуль. Сюда красный, а сюда голубенький. В принципе, не важно, с какой стороны вы вложите. Ну, тут даже будет видно. Тут все голубенькие снизу, тут все красненькие. И дальше продолжаем также. По этой стороне все красные остальные, тут все голубенькие. Так у нас получается в шестом ряду 7 красных и 6 голубых. То есть мы один модуль добавляем в пятый ряд, его вставляем. Этот по одному модулю, один голубой, один красный, вставили в пятый ряд. А сверху мы еще, у нас получается, прибавляется по одному модулю. И
И получается в шестом ряду 7 красных и 6 голубых модулей. Дальше повторяем действие. То есть в шестой ряд мы вставляем еще раз по одному модулю на стыках. Здесь у нас красненький модуль будет между модулями. Так, а здесь голубенький модуль. И получается еще у нас будет прибавляться в седьмом ряду по одному модулю. То есть в седьмом ряду будет у нас 8 красных и 7 голубых. И продолжаем добавлять модули, то есть это был седьмой ряд. Сейчас в восьмом ряду тоже мы должны добавить по модулю. Так же, как и в предыдущих рядах мы добавляли, так же и тут мы добавим по модулю. Это восьмой ряд. В восьмом ряду у нас 9 красных и 8 голубых. Итак, в девятом ряду у нас прибавляется зеленый цвет. Девятый ряд. 8 красных, 5 голубеньких и 4 зеленые. 4 зеленых цвета мы вставляем на сторону, там где голубые модули, через один модуль. То есть один голубой, другой зеленый. Один голубой, другой зеленый. Опять голубой модуль, зеленый. Итак, в девятом ряду у нас 8 красных модулей, 5 голубеньких и 4 зеленых. Пока клей не высох, надо все это поправлять. Итак, десятый ряд. Десятый ряд у нас будет 2 цвета, зеленый и красный. На сторону, где у нас были голубые с зелеными модули, мы надеваем все зеленые. Все зеленые, оставляя по одному краешку голубенького цвета по краям. Это у нас будет 8 зеленых модулей и 9 красных. 11 ряд. Нам на 11 ряд нужно будет 8 красных, 3 зеленых цвета и 6 желтых. Итак, промазываем все клеем. На тех местах, где у нас сходятся желтый зеленый с красным цвета, надеваем желтый модуль, один и второй. Два желтых модуля на зеленую сторону идем. Два желтых модуля, один зеленый, один желтый. Один зеленый, один желтый, опять зеленый модуль и два желтеньких. Дальше все красные. 12-й ряд. 9 красных, 8 желтых модулей. 12 ряд. 9 красных, 8 желтых модулей. Красный надевается модуль на стыке с красным и желтым по краям. Вот он, красненький модуль надевается. Остальное все желтенький, и тут красненькие модули. 13 ряд. 8 красных, 9 желтых. Получается все наоборот теперь. 8
красных, 9 желтых. То есть теперь мы надеваем желтые модули вот сюда на стык с красным. Это 13 ряд. Итак, 14 ряд. 4 желтые модуля и 13 красных модуля. На стык с желтым и красным надеваем 2 красных модуля в сторону желтых, желтого цвета. Дальше надеваем один желтенький. Опять красный, желтый, красный, желтый, красный, желтый. И остальные все модули желтые, ой, красные. Все остальные красные. Это 14 ряд. С 15 по 19 ряд будут все красные модули. По 17 штук. Итак, туловище нашего попугая готово. Приступим к шее. Для шеи нам нужны будут красные модули только. И с той стороны, где у нас разноцветные модули, не с красненькой стороны, а с разноцветной, мы вставляем 7 модулей красных. Итак, первый ряд шеи у нас готов. Тут 7 красных модулей. Дальше мы второй ряд шеи, это 6 красных модулей. 6 красных модулей. Дальше 5 красных модулей. 4 красных модуля. 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Это пятый у нас ряд шеи. 4 красных модуля. Шестой ряд. 5 красных модулей. Насаживаем. То есть на вот эти два края, на вот этот свободный краешек и на наш верхний край насаживаем модуль. Насаживаем модуль. 5 модулей. И сюда 5. Так. Пять модулей. Это пятый ряд у нас. Теперь шестой ряд нашей шеи. Шестой ряд. 4 модуля. 4. Седьмой ряд. 3 модуля. Восьмой ряд. 4 опять модуля. Опять захватываем вот этот краешек мы. Вот так вот. 4 модуля. И вот этот самый крайний тоже стараемся вставить в кармашек. Если получится, вот этот крайний тоже вставить в кармашек. Вот. Так. Это восьмой ряд. 4 модуля. Девятый ряд. 3 модуля. 3 модуля. Выгибаем эту шею мы назад. Вот таким вот образом. К красной грудке нашей. Аккуратно и красиво, ничего, чтобы не поломалось. Выгибаем. И на вот эти 3 модуля нужно вставить 2 модуля. В каждый кармашек нашего модуля должно войти по 2 краешка. Сюда 2 и сюда 2. Так. И здесь также. Так.
Сейчас приступим делать клюв. Для клювика нам понадобятся белые модули. Так, начнем делать голову. Значит, нам нужны будут белые модули. Значит, 5 штук, 5 белых модулей. Такого же размера, как и весь попугайчик, 32-я часть. Берем 2 модуля тупым носиком на себя, таким вот образом. Смазываем клеем. Так. Один посерединке и 2 модуля по краям со свободными кармашками. Теперь вот эту конструкцию нам нужно будет приклеить вот таким вот образом к попугайчику. Вот так нужно приклеить. Пока приклеивается наша голова, белые модули к шее, красным модулям, мы начнем делать крылья. Для этого нам нужно начать с голубых модулей. 4 голубых нужно модуля и 8 красных. В общем, просто вот так вот в один край вставляем модули. В один кармашек. Один свободный край. Следующий то же самое. Свободный краешек следующий. Но это нужно все проклеить. Так, и такое же крыло делаем в зеркальном отражении. Продолжаем делать крылышки. Берем одно крыло. Сразу промазать немножко, сильно не надо мазать клеем. Значит, красный мы надеваем модуль на, значит, в один кармашек только вставляем. Так, и сверху на этот же модуль надеваем еще один модуль. И так на все красные, то есть один кармашек у нас свободный, а сверху еще модуль. Голубеньких всего нужно будет 4 модуля. То есть на 2 вот этих модуля мы не надеваем еще модули. Они остаются так. Значит, в первом ряду у нас 8 красных, 4 голубеньких. Во втором ряду у нас 8 красных, 2 голубых, 2 голубых модуля. И в третьем ряду тоже 8 красных и 2 голубых модуля. Со вторым крылышком делаем то же самое. Продолжаем делать крылья. Здесь в конце, где голубенький, нужно будет нам еще насадить 2 модуля. Раз. И 2. Также одним кармашком один свободный. Вот. 2. И дальше продолжим. Значит, сюда тоже нужно тут вот у нас торчал кармашек от основания, тоже нужно 2 модуля добавить. Ой. Угу.
2. Так. Сюда надеваем модуль. Один кармашек свободный. И сюда надеваем голубой модуль. Вот на этот модуль, с третьего ряда голубенький, верхний. Один. Дальше оставляем красный кармашек один, оставляем, то есть вот этот краешек. И надеваем сюда тоже голубой модуль. Вот таким вот образом. Дальше пойдут все красные модули. С крыльями тут сложнее, и нужно внимательнее быть. А, стоп. Дальше мы одеваем друг на друга в красных модулях, в красном цвете модули красные, друг на дружку надеваем. Не остается никакого кармашка нигде, просто друг на дружку. Тут вначале нужно быть внимательней, где какой край остается у нас. Тут друг на друга просто надеваем. Это у нас будет четвертый ряд. Тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 красных и 5 голубеньких. Также делаем все в зеркальном отражении. То же самое все. Модули. Особенно тут с краю нужно быть внимательней, где какой оставить краешек. Пятый ряд наших крылышек будет следующим. Значит, промазываем. Берем 5 красных модулей. 5 красных нужно будет. И не на весь модуль насаживаем, а одним краешком. Один свободный краешек внутри модуля у нас. Итак, 5 красных у нас будет. Один остается модуль, один краешек остается, вот он, внутри у нас свободный краешек. 5 модулей. Дальше у нас будет 3 желтых. И один желтый на голубеньком модуле. Вот 3 желтых. И дальше 4 голубых модуля. Тоже одним кармашком. Вот 1, 2. 3 и 4. Значит, те краешки, которые там внутри торчат, вот эти вот, мы на них ничего не насаживаем, они так и остаются. Мы надеваем новый модуль на свободные модули, на краешки одного модуля. Также в зеркальном все отражение мы делаем. Следующее крылышко такое же. Желтенькие модули также одним кармашком надеваем, а пустой внутри у нас кармашек в модуле.
крыло я сделала. Теперь, глядя на это крылышко, я буду делать второе крылышко. Буду делать его по перышку, то есть, глядя сюда, сколько каких модулей, буду накидывать их на каждое перышко. Не по ряду буду идти, а по перышку. Так что наблюдайте внимательно видео. Итак, в первом перышке у нас с самого начала, если считать, 1, 2, 3, 4, 5 красных, 5 желтых, 2 зеленых модуля и 7 голубеньких. Во втором перышке у нас 1, 2, 3, 4, 5 красных, 4 желтых, 1 зеленый модуль, 8 голубеньких. В третьем перышке у нас 1, 2, 3, 4, 5 красных, 5 желтых и 8 голубых. 5 красных есть уже. Накидываем еще 4 желтеньких, еще плюс 4, всего 5 желтых. И 8 голубых модуля. В четвертом перышке у нас 5 красных, 4 желтых, 1 зеленый модуль и 6 голубых. Итак, я собрала все крылышки. Вот, внимательно тут смотрите на видео. Вот это первое перышко. Второе, третье и так далее. Самое главное, чтобы модули свободным кармашком в крылышках были внутрь перышка, а не наружу. Их надевать внутрь свободным кармашком, каждое перо. Сейчас будем делать клюв. Для клювика мне нужны будут 2 черных модуля. Берем один модуль размером таким же, 32-я часть от листика А4. Разворачиваем вот эти краешки и срезаем их. И модуль выворачиваем не сюда, как вот мы обычно делаем, а чтобы вот эти вот завернутые края были внутри у нас. Вот так. И вот тут у нас уже приклеились наши белые модули. Вот этим краем, где мы срезали, вставляем в модули, в белые, вот таким вот образом, чтобы получилось ровно. Дальше берем второй черный модуль. Его нужно развернуть и сделать нам поменьше его. 64-я часть нужна. Сворачиваем модуль. Эти края мы тоже срезаем
также выворачиваем. Должен получиться вот такой вот маленький модуль. И местом, которым мы срезали вот это вот место, мы его, как бы снизу он получается у нас, и тоже вставляем в белые модули. Вот так вот должно получиться ровненько. Вот такой вот попугайчик должен получиться. Тут глазки сейчас нарисует Настя. А я тут при чем? Фломастеры. Есть? Есть. Нарисуешь глазик красивый. Глазки. Теперь нам крылышки. Крылышки нужно приклеить к телу попугая самым длинным пером. Не наизнанку, чтобы были модули, а нормально, чтобы были на нас смотрели. Вот так вот приклеить нужно. Вот таким образом. Чтобы получилось вот так вот у нас. Сейчас буду клеить. Приклеим крылышки и буду делать хвостик. Итак, пока наши крылышки клеятся, сделаю хвостик. В хвостике будет три перышка. Значит, два одинаковых по краям, они будут покороче, и одно перо будет длинное посередине. Ну, не совсем длинное, но длиннее, чем два те. Значит, короткое перышко одно. Один модуль зеленый. На него накидываем голубенький модуль, еще голубой модуль. Постоянно надеваем на краешек, на внутренний краешек модуля, а другие остальные краешки остаются свободными. Три голубеньких, остальные будут все красные. Один зеленый, три голубых и 12 красных. Вот такое перышко и второе точно такое же, только зеленый цвет получается в зеркальном отражении, зеленый модуль. Так, и крылышко, ой, перышко посередине будет тоже будет чуть длиннее. 5 голубых модулей. Остальные все красные, 21 штучка. Теперь эти перышки надо приклеить попугайчику сзади на спинку. Получился вот такой попугайчик. Крылышки приклеились. Хвостик тоже сзади приклеился. Вот хвостик наш. Подставочку я взяла. На Пасху как-то делала яичко из оригами модулей. От него взяла подставочку. А в дальнейшем сделаю такую же под цвет попугайчика или коричневого цвета. Вроде бы он на веточке сидит. Ссылочка на эту подставку будет в описании под видео. Вот такой попугай получился. Всем пока, подписываемся на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, ник будет на экране. С вами я прощаюсь, всем пока.